Сегодня 22 сентября. Мы приехали в город Карсон-Сити. Сейчас заправляемся. Пошла сдачу. Иди. Так, заправились мы. И вот этот город находится весь-весь в горах. Озеро так находится в 20 минутах от этого города Карсон-Сити. И мы посмотрим на озеро. Помашите нам ручкой. Вэгги у нас вся такая забегавшаяся ты наша. Все, поехали мы на озеро там. Орел какой красивый, видите? Нагло. Thank you.
друзья, мы сейчас находимся на озере Тахо в штате Невада. Вот оно такое огромное позади меня. Все, пойдем смотреть на эту красоту. Вот здесь играют мужчины, там пирс, мы тоже на него сходим. А сейчас пока подойдем к озеру. Посмотрим на всю эту красоту. Люди еще умудряются и поплавать, да? Ну, мы сейчас тоже ножки помочим. Как же ж так? Быть на озере Тахо и ноги не помочить? Это нехорошо. Ох, вода прозрачная. Красота какая. Холодная? Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Ничего, сейчас помочим. Ножки. Ой, как здесь красиво. Как здесь красиво. Летом-то как здесь хорошо. Вот такие. А воздух это свежайший. Отсюда такой скид, что с лесом сюда показывают из горы. Чувствуешь, какой свежий воздух? Просто вот вообще. Не надышишься. На море такого нет воздуха, скажи. Там другой. Сраный воздух. Боже, какая. Да что ты, это вообще? Я больше люблю такой воздух. Вот это вот морской, речной. Мне вот этот. Ой, какой запах. Прикинь, вот так вот на горе находится. Да, там домики какие на горе. Вообще здесь мы посмотрели, жить великолепно. Все в горах, все в природе. Это, конечно, супер, что этот сам город Карсон. Такой уютный. Тахо-Сити тут получается 15 минут до Карсона. Ну, рядом. Все. 15 минут и уже. Все. Ну, еще давайте покажу водичку. Это уникальная водичка, которая чистейшая. Да. Мелкая ракушка такая. Ух, это хорошо здесь. Еще бы вам воздух этот свежий передавался. Люди добрые, которые будут смотреть наше видео. Вот же здесь хорошо. Тихо. Тихо, только вон. Вот это место. Да, холодная вода. Я ждала лучшего, честно говоря. Молодец, хвалю за храбрость. Ну давай что-нибудь уже там побеги, хотя бы пробегись на камеру. Вот так мы плаваем в озере. Хоть понырять и в купе изображать.
вижу. Ну ладно, заныривай уже. Боже, ты поплыла! Вау! Молодец, медальчик! Что не сделаешь радио-видеосъемок, да? Здесь не так холодно, как на горке. Мы катались на горке, которая в воду. Здесь так холодно. Да ты что? Ты сейчас сблатуешь меня, я пойду купальник одевать. Если я могу, то ты можешь. То я тем более, да. Я холоден. Не выдерживаю. Ну что, идти в купальник одевать? Время, хочется же еще что-то посмотреть. Погода изумительная. Тепло, хорошо. Аккуратно. Немножко больная. Снег видно. Карак лежит. Все, спасибо тебе, Давид. Красивый был. Очень красивый. Поехали мы дальше? Да. Поехали дальше. Вот такой тут катер. Прогулочный. Со столиками, стульчиками. Ну, давай, бросаем монетку. Пока-пока. Вот такие тут кафешки, да? Здесь аренда для всяких корабликов. Ох, красиво здесь. Сюда бы на недельку приехать. Вот. Ох, здорово. Да, времени в обрез, хочется и то посмотреть. Ой, уже все. Хотя бы, как говорится, мы здесь были. И то приятно, да, Мэгги? Пока. Какие
волны. Какая красота.
veces que ya se han apagado. No hay sitio que pueda parar porque tú no has vuelto. Mis pasos. Espero que la lluvia lave mi coraje poco a poco. En algún sitio, en la mitad del cielo, mira a quien vigilan las nubes y tú no te apareces. La ciudad está vacía, como si fuera un aliento que no se agita.
вниз уехали. Скажи на камеру. Ну, пустыня вот это называется Great Basin Desert. А я не знаю. Окей. Короче, мы находимся в пустыне. В пустыне. Вообще ничего. Все. Я возле этой пустыни. Горе. Итак, находимся в горах. Петляет. Да я еще лечу все время 80, потому что
Боимся опоздать. Хотим еще посмотреть побольше, а темнеет быстро. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Can I put it on? You want a map? Все, заехали мы в национальный парк. Йосемита с другой стороны. Да, Дуце? Ты снимаешь или нет? Мы заехали уже в парк Йосемите, только уже с другой стороны. Сегодня 22 сентября, мы едем по парку Йосемите. Чем Тахо. Холоднее, чем Тахо. Одинаково, да? Ох и места, да, доченька? Ох и места. Какие красивые места. Такую природу я еще никогда не видела. Вот это вообще. Ой, моя красота. Камера, конечно, этого ничего не покажет.
это же этот колокол, да? Это туннельный вид. Да, похож на себя. Все, поехали. Погнали дальше. Сейчас пытаемся подняться на вон тот купол. Пошли. Вы бойтесь, какой красивый закат. Ой, это просто супер. А вот это скала, на которую мы сейчас будем подниматься. Встретили оленей в горах. Люди все стоят, ждут, снимают их. Пошли, мы к этому успеем. Вот мы подошли к одному из куполов, который самый большой, всегда видно его, самый высокий. Мало видно, что это самая высокая точка, если посмотреть. Все, поднимаемся на эту самую высокую гору. Давай, топай. Забрались мы на вершину этой горы. Ух, запыхались. Помаши ручкой. Ага. Ну, одни. Заветный пятак, залазь. На счастье пятак. Компас. Залазь. Сможешь? Уже, конечно. Все, мы на вершине. Все, покорили. Точку. Ай да молодца. Да? Эх, 10 минут раньше шайку. Чуть-чуть бы еще. И все.
Жалко, что уже ничего не видно, но мы на самой-самой-самой-самой вершине. На самой-самой-самой. Жалко, что не видно. Поздно мы пришли. Медленно, сильно ехали машины перед нами. Если я летела, то там еле двигались. Все, пошли. Все. Выезжаем из этой нашей красоты. Спасибо, парк. Это граница. Выезд, заезд. Люди приезжают, а мы уезжаем. Все, спасибо. Очень здесь красиво. Все. Поехали мы в Сан-Франциско. Ехать нам 4 часа, да? Да. Или 3. Сейчас уже 3. Приедем в час ночи. Сейчас 9 часов. Приедем мы в час ночи. Все, счастливого нам пути.